За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональными праздниками Днем работников ЖКХ и бытового обслуживания и Днем Национальной гвардии жителям Муравленко вручили заслуженные награды. Почетной грамотой губернатора Ямала награжден слесарь филиала «Ямалкоммунэнерго» Талет Гусейнов. Благодарность главы региона объявлена Илхаму Ахмедзаде, Олегу Стану и Зинуру Тимирбулатову. Почетной грамотой администрации города награждены Наталья Голубева и Дмитрий Конопенко. Благодарственный адрес вручили Виктории Малышенковой.